читается открытыми. Слово для приветствия участников и гостей мероприятия соревнования предоставляется заместителю председателя Федерации кикбоксинга Республики Татарстан Комарову Александру Петровичу. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые судьи, уважаемые руководство интересов муниципального района, все любители кикбоксинга, здравствуйте. Год 2020 идет полным ходом. Впереди у нас и у тренеров, и у судей, и у наших воспитанников очень много еще работы. Первый этап у нас уже прошел. Дисциплина фулл-контакт ИК-1 в городе Казани. В нашей столице мы проводили чемпионат Приморского Приволжского федерального округа. Хочется еще раз поблагодарить всех тренеров, судей, спортсменов, которые достойно выступили, защитили нашу республику. Вошли в состав Приволжской федеральной, сборной Приволжской федеральной команды по двум дисциплинам. И теперь те ребята, которые в разделах дисциплины фулл-контакт ИК-1 стали победителями и призерами, они должны готовиться вместе со своими наставниками к чемпионату Приволжского России, которые будут проходить в городе Воронеже в дисциплине К1 и в городе Красноярск в дисциплине фулл-контакт. Впереди нас ждет в марте месяце, с 17 по 20 марта это у нас. Также две дисциплины кикбоксинга Приволжского федерального округа, чемпионата Приволжского по дисциплинам лайт-контакт, по дисциплинам семи-контакт, извиняюсь, ну, третий раздел, третья дисциплина фулл-контакт с фулл-киком. Поэтому пожелать всем спортсменам, которые готовятся к этим соревнованиям, без травм подготовиться, набрать максимально хорошую форму, подготовиться физически, психологически. А тренерам пожелать здоровья в их семьях, благополучия. Сегодня мы проводим соревнования, приуроченные 10-летней войне, которую выполняла наша советская армия как защитник, помогала афганскому народу и также защищали рубежи нашей необъятной родины под названием Советский Союз. Поэтому я всех вас, вы меня поддержите, мы пожелаю ветеранам афганцам, здесь их, конечно, нет, но я думаю, они все равно это услышат. И прежде всего здоровья, есть, извиняюсь. Мы пожелаем всем ветеранам, которые прошли этот путь, 10-летний долгий путь, где они теряли своих друзей, товарищей, кто вернулся, им здоровья, низкий поклон. А тех ребят, которых нет с нами, мы всегда будем помнить о них. Они защищали и выполняли национальный долг. Пусть, как это говорят, земля и будет Богом. Поэтому всем спасибо и добрый путь. Спасибо, Александр Петрович. Разрешите представить вам главную судейскую коллегию открытого первенства года Медведевска по кикбоксингу. Главный судья соревнований Гарипов Ильнур Манурович. Главный секретарь Зарипов Руслан Васильевич. Внимание, внимание! Командующему параду увести парад. Судейской бригаде приступить к своим обязанностям. Всем участникам соревнований желаем удачи и пусть победит сильнейший. Парад, остановись, равняйся.